Димаш Кудайбергенов станет членом жюри известного песенного конкурса «Славянский базар». Символично, не находите? Ведь в 2015 году именно на этом конкурсе казахстанский певец завоевал гран-при. Он и сам отметил, что это событие стало для него знаковым по многим причинам. Ведь после той победы он почувствовал себя узнаваемым молодым исполнителем. На этот раз он бороться за звание лучшего не будет, а выступит на сцене и сам будет отбирать тех, кто, по его мнению, достоин победы. «Славянский базар» традиционно проводится в городе Витебск, Белоруссия. Грандиозная церемония открытия состоится уже совсем скоро, 12 июля. Не пропустите!